Девчонки, привет! Сегодня делюсь с вами вот таким залипательным и безумно простым дизайном. Это слайдеры, этот мастер-класс уже облетел весь Инстаграм и очень полюбился моим клиентам. Наконец-то я его доделала и выложила на YouTube. Перекрываю цветным гель-лаком, цвет ванили, просушиваю, покрываю базой, базу не досушиваю, сушу только 5 секунд. И на недосушенную базу будем крепить размоченные слайдеры. База должна быть именно недосушенной, чтобы слайдер хорошо двигался, в случае, если он лег неровно. Резиновой кистью его разравниваю, расправляю. Досушиваю базу и кусочек покрываю топом без липкого слоя. Просушиваю этот топ, чтобы именно на это место прикрепить надпись. Резиновой кисточкой хорошо приглаживаю и перекрываю топом для слайдеров. Он такой густенький, плотненький и без липкого слоя. Излишки снимаю кисточкой. С рельефных мест, с выпуклых, чтобы объем остался, излишки снимаю. Просушиваю 30 секунд, немножко не досушиваю, он досохнет с матовым топом потом. И места, какие необходимы, это вокруг яблочек, вокруг этой веточки, промазываю матовым топом. Все это хорошо досушиваю. И густым топом без липкого слоя делаю вот такие капли. Я делаю по 2, по 3 элемента и сушу, не сразу все. Мне очень полюбились 3D слайдеры объемные, особенно хрустальные от Анны Ткачевой, и носибельностью, и своим эффектным видом. Если все сделано правильно и качественно прокрашено, то никаких потерь у клиентов не бывает. Досушиваю ноготок и дизайн готов. Вживую этот дизайн еще более эффектный. Эта веточка хрустальных яблок просто свела с ума всех моих подписчиков Инстаграм и клиенток. Всю информацию о материалах оставила в описании под видео. А вы не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. И до новых встреч!